пане Андрію, хочу запитати, ви російськомовний, власне. От як з вами спілкуються? На ваше прохання, якщо до вас звертається українською, на ваше прохання перейти. Я вільно розмовляю та спілкуюся українською мовою. Але ж мені потрібно зараз, щоб мої думки почули не тільки українське суспільство, а весь світ мене почув. Тому я й коментую російською. Понимаете, я вас всех немножко послушал. Для того, чтобы понять людей, нужно дать высказаться. Мое мнение, то есть опирается на определенное много общения, которое я общался по Украине. Я возглавлял 7 государственных предприятий в разных регионах. Я в Крыму был, в восточной части, в западной, в южной части. К сожалению, нас раскололи. Раскололи, первый раскол произошел в 2005 году. Мы помним прекрасно оранжевую революцию. Нас раскололи на оранжевых и синих. Да? Потом 2014 год расколол на 4. Южную, центральную, западную, восточную. Я считаю, что на сегодняшний день мое мнение, и которое я отстаиваю и везде всем говорю. В Украине государственный язык украинский. Точка. Крапка. Но русский язык нужно оставить для межнационального общения. Лишь только по той причине, что в Украине проживает 87% украинцев. Мы хоть в этом занимаем первое место. Мы первое место занимаем по коррупции, по безработице, по беспределу, по всему чему угодно. Но мы еще и занимаем первое место по проживанию украинцев. Лишь только с позиции силы мы должны показать, что мы сильная нация. Я полностью с вами согласен. Мы сильная духом нация. К сожалению, физически мы пока слабы. Это трудно оспаривать. Лишь только с позиции силы большинства мы должны показать, что мы с уважением относимся к тем 13% представления разных национальностей. Что же сегодня происходит у нас? Откуда у вас цифра 87, извините, пожалуйста? Я завершу, можно я закончу, просто, потом... Ну, у меня другие цифры, конечно, по переписи, да. Конечно, поэтому... я только опираюсь на статистические факты. То какие? Же самое... Какие? Подождите, давайте я закончу. Я же вас не перебивал. Извините, пожалуйста. Да, я точно так же утверждаю, что в Украине 99% за чертой бедности. Хотя меня поправили, сказали, пользуйтесь официальной статистикой. Я говорю, подождите, 1% украинцев – это 350 тысяч. У нас есть 350 тысяч миллионеров? Нет. 350 тысяч живут комфортно, остальные за чертой бедности. Говорю, как экономист, юрист, производственник, ну и так далее. Не буду перечислять регалии. К чему же говорю, что происходит? Ведь Зеленский зашел на доверие, он влюбил миллионы сердец украинцев, которые верили в хорошее, мир, процветание Украины. Он зашел на риторике мира, на риторике языка, опять же, говорил. Я помню, что он говорил. Об'єднувач. Він об'єднував. А? Намагався об'єднати весь електорат. Тепер же он делает все наоборот. То есть ни одного обещания, которое он обещал выполнить в сторону риторики народа, но зато он успешно выполняет все лоббистские законы. Это игровой бизнес, закон о земле, это, то есть, опять же, закон, прошу прощения, о проституции, легализации каннабиса. Я уже сегодня высказывал именно о проституции. К чему я говорю? То есть такое впечатление, я прекрасно понимаю, что недостаточно знания, недостаточно, то есть, умения управлять у него государством. Но я ему порекомендовал несколько официальных обращений, я ему дал. Просто пускай прочитает свой сценарий «Голобородько». И живет просто по этому сценарию. И не отходит. Уже хоть что-то у человека будет получаться. Больше нам ничего не нужно. Или хотя бы я обратился 26 декабря официально на одном телеэфире и сказал, я обращаюсь к Зеленскому как к хорошему первоклассному актеру. Пускай сыграет самую сильную свою роль в жизни. И сделает самый громадный подарок украинцам на Новый год, положит заявление об отставке. Я думаю, мы как-нибудь справимся. Первое, что нам нужно отойти от внешнего управления. Это самая главная задача. То, что говорят, я вам скажу, если да, можете разговаривать хоть на китайском, только главное, чтобы вас кто-то понимал. Но, подчеркиваю, государственный язык действительно должен быть украинский. Потому что мы живем в Украине. Но нас объединял Советский Союз, 15 республик, извините, 15 республик. Я в 90-х, в конце 80-х воевал на Горном Карабахе. За что? За Советский Союз. Нас объединяло 15 республик. И у меня друзья в разных этих республик, понимаете? То, что нас сейчас хотят расколоть, поссорить, для чего? Кому-то же это выгодно. Мы подвластны, к сожалению, внешнему управлению. Как только мы отойдем от внешнего управления, я вам скажу, что украинцы настолько сильная
сильно духом нации, я горжусь, что я украинец. Горжусь украинцем. Но если уже взять у Порошенко, с какой радостью. Мы еще вернемся к Порошенко и вопрос Томаса. Я с удовольствием расскажу этот проект 2002 года. Это который... на сегодня. А? Нет, не сегодня, который был. И вопрос языка, как в Виннице готовились. А если уже говорить об этническом принадлежении Порошенко, то ему в приоритете разговаривать на молдавском. Я бы так сказал. Поэтому я свою мысль высказал.